прекрасный день. Огонь и лед. Тина Нордстрём. Привет и добро пожаловать в Норвегию. Здесь находятся самые высокие горы Скандинавии. Что делает это место таким особенным? Смотрите. А еще тут берут свой исток норвежские водопады и шведские северные реки. В этих горах вы можете увидеть живописные ледники. Они настолько огромные, что поневоле чувствуешь силу природы, которую источает этот лед и снег. Конечно, в этой передаче я кое-что для вас приготовлю. И начнем мы с напитка, который символизирует ледники севера. А затем мы отправимся в другое удивительное место, на Лофотенские острова. Это цепочка островов, которая тянется от побережья Норвегии в сторону Северной Атлантики. Здесь мы приготовим отличный суп из картофеля, хрена, ветчины и других вкусностей. Я думала, что нахожусь в хорошей форме, но это не так. Жестоко. Позднее для замечательных местных жителей мы приготовим главное блюдо – прекрасного лосося. За ним последует яблочный сорбет с норвежским льдом и яблочный сорбет с водкой. Ради собственной безопасности в ледники нужно идти с гидом. Сегодня меня сопровождает Стейнар Брухаймен и Фрэнк Смедегард из Йостедал Глейсье Гайден. Здесь страшновато. Мы на месте в ледяной пещере. Ледник – это масса льда и снега, которая находится в непрерывном движении. Когда летом поднимается температура, ледник оживает и движется со скоростью полметра в день. Когда находишься внутри ледника, это немного пугает. И при этом очень хочется пить. Находясь внутри ледника, человек получает совершенно необычный опыт. Но он не тает. В пещере всегда лед. Летом эта пещера растает, Стейнар Брухаймен, и обрушится. Обрушится весь этот лед? Да, весь ледяной потолок этой пещеры обрушится. А сколько лет льду, который находится прямо над нами? Около 700 лет. 700 лет? Он древний. Древний. Древний лед оказывается на поверхности ледника, когда тот обрушивается изнутри. Там, где я стою, старый лед тает, питая свежие ледниковые воды глубоко под землей. Через 4-5 тысяч лет эта вода вполне может оказаться в такой норвежской водке. Чудно. Ее дистиллируют из картофеля. Когда в Скандинавию завезли картофель, люди были настроены скептически. Но эта культура росла где угодно. Скоро картофель стал основным пищевым ресурсом здесь, на севере. Люди научились производить из картофеля этот превосходный алкоголь. Как вы догадываетесь, благодаря производству алкоголя картофель стал еще популярнее. Сейчас я хочу приготовить лучший в мире сорбет. Я обещаю сделать для вас прекрасный яблочный сорбет. Мы отварим яблоки, добавив сахар, воду и яблочный сидр. Знаю, выглядит ужасно, но это единственное, что было в отеле, где мы остановились.
Выкладываем яблоки в кастрюлю, добавляем туда сахар, воду. Время от времени слышится раскатистый гул. Это сходят лавины. В это время года здесь это может произойти где угодно. Мне это нравится. Думаю, нужно что-то волнующее. Наливаем в кастрюлю яблочный сидр. Варим, пока не получится пюре. Потом мы их измельчим. Привет, я снова здесь. Как видите, яблоки совсем размягчились. Это то, что мне нужно. Хорошо. Теперь мы их измельчим. Попробую. Очень вкусно. Если хотите, можете пропустить массу через дуршлаг. Я так делать не буду, это не слишком удобно, когда находишься на леднике. Добавляем норвежскую водку. Сделаем углубление в нашем столе. Поставим сюда салатник. Используйте ледогенератор, так гораздо проще. Будет вкусно с чашечкой кофе. Можете дать мне чашечку кофе? Спасибо. Так гораздо лучше. Как видите, сорбет наполовину готов. Из этого можно сделать отличный напиток. К счастью, в отеле я приготовила немного сорбета. Он превосходен. Здесь чувствуется вкус свежих яблок, а также водка. Чудно. Хорошо. Теперь напиток. Водка. Яблочный сидр. Ложечка этого сорбета. А это яблочная кожура. Я окунула ее в белок, посыпала кардамоном и сахаром, а потом поставила на 2 часа в духовку, разогретую до 100 градусов. После этого достала из духовки и дала постоять еще около 5 часов. Отлично получилось. Стейнар, будем? Будем. Стоп. Я забыла лимон. Вечно я что-нибудь забываю. Вот теперь... Будем. Вам нравится? Отличный напиток. Хорошо. Пора отправляться на Лофотенские острова. Лофотен – земля полуночного солнца и живописных пейзажей. С другой стороны, в зимние месяцы здесь вообще не бывает солнца, только синий свет восхода и заката на несколько часов. Для жителей небольших деревень на Лофотенских островах, таких как Нусфьорд или Хениксвер, рыболовный промысел – основной источник доходов и средства выживания. Каждую зиму многомиллионные косяки трески приходят к этим островам метать икру. Жители сушат рыбу на сухом морозном воздухе севера. Здесь это лучший метод. Во время рыболовного сезона весь Лофотен заполнен развешенной для просушки треской.
Что думаете по поводу моего костюма? Возможно, эта зимняя одежда не слишком стильно смотрится, но пусть я выгляжу нелепо, главное, этот костюм очень теплый. А это исключительно важно, когда на улице, как сегодня, холодно и дождливо. Ужасная погода. Сейчас я приготовлю замечательный суп. По крайней мере, он поможет мне согреться. Вот что мне нужно для него. Бекон. Вот нарезанный бекон. Картофель, нарезанный соломкой картофель. Порей. И репчатый лук. Тимьян, куриный бульон, вот и все. Сначала положим в кастрюлю бекон. Мы используем порей. Между его листьями всегда скапливается грязь, так что промывайте тщательнее. Репчатый лук мелко порежем. Высыпаем все в кастрюлю к бекону. Мне нравится аромат копченого бекона. Его можно добавлять в любые блюда. К рыбе, супы, куда угодно. Картофель. Вы знаете, что картофель завезли в Европу из Перу в 16 веке? Теперь картофель. Кладем сюда. Тимьян. Египтяне использовали эту траву для бальзамирования тел. Наверное, мумии очень приятно пахли. Вода, чтобы все было покрыто. Хватит. Два кубика куриного бульона. Закрываем крышкой и оставляем вариться минут на 20. Нельзя, чтобы картофель превратился в пюре. Отлично. Горячо и вкусно. Пока это варится, я сделаю хлебные палочки с хреном и прекрасной ветчиной. Она лежит вот здесь. Вот она. Смесь хрена продается в магазинах Швеции уже на протяжении многих веков. Это просто мелко натертый хрен с крем-фреш или сливками. У него очень резкий вкус. Немного лимонный. Берем хлебную палочку. Вот моя смесь. Намазываем на хлеб. Ветчина. Я много плавала на судах. Когда я была маленькой, мы каждое лето ходили под парусом. Мой отец хотел проверить, как далеко нам удастся заплыть. Однажды мы прошли от Швеции до Англии. Это заняло около 3 недель. И мне все время было нехорошо. Готово. Они прекрасно дополнят мой суп. Рыбные фермы, где разводят треску и лосося, стали обычным явлением в Норвегии и других странах данного региона. Но раз уж мы находимся в рыбном раю, я попросила местного рыбака поймать для нас дикого лосося. Да, вот это я называю лососем. Конечно, на островах есть не только рыба. На небольшой ферме Оланд Гуард производят местный сорт козьего сыра. Вкус продукции отражает суровость этого региона. Козы едят траву, которая растет недалеко от соленого моря, молоко, а вслед за ним и сыр приобретают неповторимый вкус. Это его особенность. Кроме того, на живописные Лофотенские острова приезжают в поисках вдохновения художники, скульпторы, стеклодувы.
Ну, что думаете? Мне кажется, они отлично постарались. Это подойдет для моего десерта. Мы находимся перед главным зданием Борга. Этот длинный дом — точная копия того, что стоял здесь много веков назад. Борг — единственная найденная усадьба вождя эпохи викингов. Дом имеет форму старинного корабля. Он достаточно велик, чтобы здесь могли разместиться жилища членов клана, коровы, овцы и даже банкетные залы. Удивительно, да? Где мы находимся, Кристиан? Это банкетный зал музея викингов, Кристиан Стубо. Лафоттер в Борге. Банкетный зал был местом проведения многолюдных собраний. Здесь проходили различные праздники, проводились религиозные церемонии, разворачивались политические события. А этот трон тоже стоял в таком банкетном зале? Я бы не стал называть это троном. Скорее, это престол. Впрочем, именно на нем сидел вождь викингов со своей женой. Он председательствовал на различных мероприятиях. Любите лосося? Конечно. Сейчас я начну готовить свое рыбное блюдо. Можете пока присесть, выпить чашечку кофе и отдохнуть. Я скажу, когда будет готово. Спасибо. Хорошо. Для начала я сниму филе. Мне хочется вам кое-что пояснить. На самом деле лососи бывают разные. Например, лосось, выращенный на ферме. Его мясо имеет более оранжевый оттенок по сравнению с диким. Это из-за того, что на ферме лососей откармливают морковью. У дикого мяса более светлое и розоватое. Отрезаем голову. А потом просто ведем нож по костям. Не надо держать нож слишком вертикально, иначе вы разрежете кости. Лучше, чтобы они оставались цельными. А теперь просто убираем жир и кости. Иногда это бывает довольно сложно. Чем свежее рыба, тем труднее вынимать кости. Так, пора готовить маринад. Я использую для него соус терияки. Это всего лишь смесь соевого соуса, меда и специй. Карри. Теперь все это перемешиваем. У него резкий вкус, но это именно то, что мне нужно. Немного кунжутного масла, лимонный сок. Попробуем. Теперь отлично. Сегодня мне будет немного сложно готовить. Я не хочу использовать никакие современные приспособления. Положим лосося на березовое полено. Его вымачивали в воде в течение суток. Это очень важно. Если этого не сделать, как только вы положите дерево на огонь, оно загорится. Нам такого не нужно. Теперь кладем лосося. Будьте осторожны, когда режете лосося, чтобы не порезать кожу. Так его будет гораздо проще готовить на открытом огне. А теперь намазываем рыбу маринадом. Делайте это руками. Это наш лучший инструмент. До тех пор, пока они чистые. Много перца. Теперь это можно класть на огонь. Накроем рыбу крышкой, это несколько изменит вкус лосося. Теперь надо подождать около 20 минут. Надеюсь, за это время лосось приготовится. Я хочу приготовить салат. Это очень-очень простой салат. Я взяла салат айсберг, режем крупно.
Не надо резать мелко и ровно, крупные куски лучше смотрятся. Мы польем его уксусом, и салат подвянет. Добавляем виноград, красный виноград. Мелко нарезанный красный лук. Я использую два вида каперсов. Вкус у них одинаковый. Высыпаем сюда. Осталось добавить оливковое масло, уксус, соль и перец. Слышите ветер? Прислушайтесь. Ужасная погода. Хорошо. Пойду посмотрю, как там лосось. Вот он. Отлично смотрится, да? Готово. Тяжелый. Главное блюдо готово. Лосось приобрел изумительный аромат дымка и соуса терияки. А еще у нас будет салат с виноградом и каперсами. Хорошо, займемся яблоками. Вот замечательные шведские яблоки, которые называются Ингрид Мари. Мы вырежем из них сердцевину и приготовим смесь из сливочного масла, сахара, кардамона и печенья. Мы начиним ею яблоки и поставим их готовиться на открытый огонь. Добавляем темный сахар, светлый сахар, кардамон. Это диетическое печенье. Впрочем, если хотите, можете взять обычные галеты. Хорошо, смесь готова. Теперь мне осталось только вырезать сердцевину яблок. Наполним их моей масляной смесью. Конечно, чтобы приготовить эти яблоки, совсем не обязательно приходить в банкетный зал викингов. Можете приготовить их и дома. Поставьте на 20 минут в духовку, разогретую до 175 градусов. Немного сиропа. А теперь заворачиваем все вместе и ставим на открытый огонь. Этот десерт из яблок очень удобный вариант, когда у вас ожидается много гостей. Чистите яблоки, готовите масляную смесь и начиняйте яблоки. По прибытии гостей ставите в духовку. Все очень просто. На закуску у нас будет сыр из региона органических сыров. Затем пойдет лосось, салат и яблоки. Будем? Фильм переведен и озвучен на производственной базе ТПО Red Media. Окей, мина вено. Скол! Скол!